Во всех кинотеатрах страны в четверг выходит в прокат российский биографический фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Увидеть премьеру в Твери можно будет на большом экране ККЗ «Панорама» с 28 ноября. Возрастное ограничение картины 6+. Это история о легендарном футболисте, непревзойденном лидере. Бойце на поле и в жизни голкипер Лев Яшин достиг небывалых высот. Терпел неудачи, но находил силы, чтобы вернуться в большой спорт, причем с триумфом. Лев Яшин. Черный паук, черная пантера или даже черный осьминог. Так говорили о Льве Яшине за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он неизменно в черном свитере с буквой «Д» был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на чемпионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире. Единственным вратарем за всю историю футбола, получившим золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем 20-го века. Яшин, это и есть команда. Да это футбол! Старые заслуги, девчонок! Важен результат! Режиссер Василий Чигинский, актер Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самойленко. Картина рекомендована к просмотру зрителям старше 6 лет. Билеты на российский биографический фильм можно забронировать на сайте panorama-tver.ru или по телефону 300 033.